виртуальная реальность. Друзья, я открыл для себя новый сериал. Один сезон, но поверьте, оно того стоит. Для всех, кто любит и в теме виртуальной реальности. Еще того далекого времени, сериал 95-го по 1997-й, The R5. Режиссеры Майкл Кэтман, Джен Чарлстон, Джон Чартед Янг и другие. Премьера состоялась в мире 10 марта 95-го. И казалось бы, представьте, в 95-м реальность виртуальная только набирала обороты. И вроде бы фантастика, но уже сейчас все это воплотилось в жизнь. Уже сейчас люди спокойно гоняют по виртуальным мирам. Ну, конечно, не как в фильме прям супер-супер, но уже продвижение идет в этом плане. По крайней мере, игрушки уже какие классные. Что-то новое для себя открываешь, когда одеваешь этот шлем. Ну, может быть, несовершенная технология, но человечество приближается постепенно к этому. Лори Сингер в главной роли. Майкл Истон, Энтони Хэт, Дэвид Маклум, Луиза Флетчер и другие. Ну, может быть, конечно, примитивный сериал, но его интересно смотреть, как развиваются события. Друзья, 13 эпизодов пролетят быстро, поверьте. Только втянетесь. И, а как же еще? А еще хочется. На вот уже все. Почему один сезон? Кто его знает. Сидни Блюм открывает дверь виртуального мира. Перед ней открываются безграничные возможности. Чтобы лучше разобраться в законах жизни виртуального мира, она обращается к доктору Моргану, который помогает ей стать членом секретной правительственной организации под названием Комитет. 300? Ну нет, почти. Теперь ей предстоит выполнять не одну опасную миссию в виртуальных джунглях. Хорош сериал, хорош. На семерочку мы ставим. Я думаю, стоит посмотреть всем, кто любит компьютеры, виртуальную реальность и все, что с этим связано. А может быть, кто-то даже смотрел или пересмотреть. Если такие ребята, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игрет Ревью в Яндекс.Зен. Также мы есть на Донат Алертс. Помощь автору, будем очень признательны. А пока что... Welcome back!